бегун и полотна – это вид фитнеса, сочетающий в себе одновременно интенсивную кардионагрузку и силовые упражнения и растяжку. Прорабатываются практически все группы мышц. Спортивная составляющая этих упражнений ближе всего к гимнастике. Поэтому и правила питания при занятиях на шесте приближаются к тем, которых придерживаются гимнасты. Конечно же, жестких ограничений, как в профессиональном спорте, от вас не потребуются, но соблюдать определенные правила все же придется. Обратите внимание, необходимо на продукты, богатые витаминами и минералами. Разнообразные фрукты и овощи должны ежедневно присутствовать в вашем рационе. Используйте принцип радуги. Употребляйте в течение недели как можно больше разноцветных, красных, зеленых, оранжевых, желтых фруктов и овощей. Также питание гимнаста предполагает потребление продуктов, богатых кальцием, необходимых для прочности костей. Прежде всего, это творог, молоко, сыр. Тренировка на пилоне и полотнах отнимет у вас немало энергии, восполнить которую необходимо в течение получаса, часа после тренировки. Так как этот замечательный вид фитнеса ассоциируется у нас с женственностью и сексуальностью, то моей рекомендацией будет перенести это настроение и в ваше меню. Например, блинчики с фруктами. Желаю оставаться вам в прекрасной спортивной форме, а без правильного питания добиться этого практически невозможно.